Трасса 101. Приветствую, в эфире «Трасса 101». Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти 4000. Столько нетрезвых водителей и водителей, отказавшихся от прохождения освидетельствования, сотрудники ДПС задержали на дорогах Кировской области в 2021 году. Много это или мало? Цифра сопоставима, к примеру, с населением поселка городского типа Кикнур. 527 граждан, по данным ГИБДД, сели за руль в состоянии опьянения повторно, а это уголовно наказуемое деяние. Примерно каждый третий из них по решению суда отправился за решетку сроком от 4 месяцев до 2 лет. Трасса 101. Подержанные автомобили дорожают вслед за новыми. По данным Авито, за последний год средняя стоимость легковушки с пробегом выросла на 60%. В январе средний ценник бэушного авто приблизился к отметке в 640 тысяч рублей. Одновременно растет и спрос. Особенно это заметно в городах, находящихся за Уралом, например, в Иркутске и Новосибирске. Что касается предложения, то оно заметно отстает, где-то в 2-3 раза. В конце прошлого года ведущие автомобильные эксперты высказывали мнение о том, что в плане роста цен на транспорт 2022 год вряд ли будет сильно отличаться от 2021. Трасса 101. Надо или не надо в России разрешить наказывать нарушителей ПДД с помощью мобильного приложения? Вопрос, как оказалось, не настолько однозначный, есть и другие нюансы. В Курской области перед судом предстанет гражданин, который снял на свой смартфон движение автомобиля по тротуару и выложил ролик в популярный местный паблик. Ездуна ГИБДД быстро нашла и выписала ему штраф в 2000 рублей. Однако нарушитель не пожелал с этим мириться и накатал заявление на оператора-любителя. Дескать, тот вторгся в его личную жизнь и предал огласке его манеру вождения. Свои моральные страдания истец оценивает в 300 тысяч рублей. Трасса 101. А компания Toyota запатентовала рулевое колесо, которое изменяет свою толщину. Чем крепче водитель держится за баранку, тем шире она становится. И наоборот, если драйвер просто положил руки на руль, то его размеры будут минимальными. Реализация идей довольно простая. Нагнетание воздуха насосом и стравливание воздуха. А вот смысл? Смысл в том, чтобы наладить взаимопонимание человека с электронными помощниками. Например, водитель не хочет, чтобы машина сама подруливала. Для этого ему надо сильнее обхватить рулевое колесо. Трасса 101. В Швеции ажиотажным спросом пользуется электрический летающий автомобиль, который стоит в переводе на рубли порядка 7 миллионов. Агрегат под названием Jetson One выпускается небольшими партиями. Весь тираж, запланированный даже на 2023 год, уже распродан. Машина напоминает большой квадрокоптер с капсулой посередине, где размещается пилот. Вес человека не должен превышать 85 килограммов, иначе штуковина не взлетит. Максимальная скорость 100 километров в час. Подзарядку надо выполнять через каждые 20 минут. Птичка легко помещается в небольшом прицепе или кузове пикапа. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».